Вся техника была приобретена по благотворительной программе Каспийского трубопроводного консорциума. Приборы и аппараты уже установили в медучреждениях и даже опробовали. Поздравить главврачей, вручить сертификаты приехали вице-губернатор Анна Минькова, министр здравоохранения Евгений Филиппов и генеральный директор КТК Николай Горбань. Анна Минькова рассказала, что КТК уже много лет оказывает краю серьезную социальную поддержку. Еще до того, как национальный проект здравоохранения стартовал, в прошлом году на 1 миллиард рублей приобрели в Краснодарском крае различного рода оборудование, но в большей степени это тяжелое оборудование, которое необходимо было сегодня краевым больницам. Я хочу сказать, вы знаете, что у нас в Краснодарском крае есть надежный партнер, Каспийский трубопроводный консорциум, единственный сегодня, кто работает с нами в плане оснащения медицинским оборудованием районных больниц. Это действительно для нас очень серьезная поддержка для нашего регионального бюджета. И самое главное, что это оборудование, которое поставлено сегодня в больницах, даст возможность ставить правильные диагнозы. Политика нашей компании, согласованная акционерами, гласит о том, что в регионах присутствия мы должны обязательно рассматривать социальные вопросы и принимать участие в жизни наших регионов. Это, конечно же, не какой-то альтруизм в том числе, потому что у нас находится здесь нефтеперекачивающая станция, здесь идет наш трубопровод, и, естественно, работают наши работники, живут их семьи. Компания КТК много лет реализует социально-благотворительную программу в сфере здравоохранения на территории Кубани. Помогает городам и станицам, расположенным в районах прохождения магистрального нефтепровода. Так и сегодня сертификаты на лабораторную технику получили представители 5 муниципалитетов – Кореновского, Абинского, Тбилисского, Красноармейского и Усть-Лабинского районов.